Всем здравствуйте! Вы на канале Дача Удачи. Сегодня я вам хочу рассказать про зеленоплодный томат. Называется сибирский конфитюр. Выращивала я его первый год. Очень интересная у него упаковочка была. Вот, заманил меня. Рос у меня он в теплице. Сразу два корня в лунку посадила, вот. Ну, поначалу я формировала здесь, ну, получается, в один, в два стебля, вот. И еще раз тоже здесь же повторюсь, в каждом видео рассказываю, что томаты у меня в этом году росли дикоросами, и поэтому, ну, то есть, получается, мы на даче появлялись очень редко в этом году, поливали тоже редко. И во время завязи, то есть у нас была жара в теплице, вот поэтому здесь вот у нас, видите, ну, пропуски, да, вот оставались. Ну вот, как бы ни было, вот здесь помидорки у него висят, урожай все-таки есть, то есть выносливый, скажем так. Вот, сейчас сорвем вот эти вот, которые уже спелые, и попробуем, какие они на вкус. Вот это уже зрелый. Итак, вот мы подсобрали помидор. Это вот такой сибирский конфитюр, сибирский киви, F1. Вот, я так думаю, что он с кислинкой. Сейчас мы его попробуем. Я думаю, кислый. Разрежем для начала и посмотрим. Мама. Итак, вот так вот он выглядит в разрезе. Зелененький такой. Шкурка толстенькая, сразу видно. Вон она как хорошо отделяется. Да. Сейчас попробуем. Да. Я думаю, я человек попробую. Как ты думаешь, мам? Мне кажется, он очень кислый почему-то. Я тоже. Я чёди. Я чёди. Нет, он не кислый. Не очень-то и кислый. Да, не очень-то и кислый. Мало. Не очень-то и кислый. Я думала, он будет кислее. На вкус очень приятный, нежный. Вот эта часть, вот эта вот мякоть, она очень нежная. Угу. Шкурка. Даже сама мякоть такая, немножечко с кислинкой. Угу. Кислинки прям так немножечко достаточно. Мне нравится. Шкурка немножко толстоватая, но ничего. Вот. Салатная, если вот, ну, в салате его использовать, очень вкусный он будет. Угу. Вот тут как раз таки написано, что плоды со вкусом спелого киви. Что-то такое среднее есть. Но вот такой кислинки, прям сильно кислой, как я думала, этого нет. Вот именно спелый киви очень вкусный. Я тоже. Вот. Я думаю, что стоит его выращивать. Вот какие плоды красивые у него. В спелом виде они немножко такие желтоватые. То есть, ну, вот таким оттенком. Ну, в принципе, различить можно, когда уже плоды созрели. Вот. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Это был сибирский конфитюр F1. Вот такая новиночка у нас была.